Еще одна локация. Башня Давида. Хотя, конечно, это никакая не башня Давида. Давид жил за несколько тысяч лет до строительства этой башни. Построена она, не знаю, по-моему, крестоносцами. Каждую субботу, если что, вход свободный для всех. Вау! Это что такое? Это медуза Горгона? Круто! По стенам Иерусалима мы уже ходили. Сейчас поставлю ссылку на этот сюжет. А здесь какие-то еще и концерты. А, здесь вечерами проходит цветомузыкальное шоу. Когда-нибудь тоже мы на него сходим. Вон там на балкончике посидеть неплохо было. Я изо всех сил стараюсь, но у меня никак не получается почувствовать себя туристом. Это, конечно же, из-за того, что нас, грубо говоря, выгнали из своей страны. И ничего хорошего в этом, конечно, нет. Некоторые говорят, сбежали, сбежали. Нет, я считаю, что нас выгнали. Потому что круглая земля. Внизу Явские ворота. Христианский квартал. Два правых серых купола – это гробница Христа. А вот прямо перед нами – это Петрохостель. Раньше это была чуть ли не лучшая гостиница Иерусалима, в которой останавливался Бунин. Мы на ее крыше тоже были с Михаилом Королем. И об этом тоже сейчас будет ссылочка. Экскурсия по Иерусалиму с Михаилом Королем по мотивам романа «Мастер и Маргарита». Продолжение панорамы. Второй дальний золотой купол – это купол храма Скалы, а за ним Масличная гора, на которой я был сегодня утром. Тоже есть ссылочка, сейчас появится. Третья часть панорамы. Вид на иудейский и армянский кварталы. Вон там, вон справа, две башни. Это горница Тайной Вечери и могила Давида. Царя Давида. Мы там тоже были, и сейчас тоже появится ссылка на этот сюжет.
Вау. Это Иерусалим периода первого храма. Это то, как выглядел Иерусалим в 1873 году. Вот за пределами городских стен никаких построек вообще нет. А вот рядом с куполом скалы все застроено. Вот это западная стена храма. И вот там вот все эти дома были разрушены и сделана площадь для молений. Потому что круглая земля. Иерусалим времен крестоносцев. Тоже за пределами города, конечно же, ничего нет. Явские ворота и башня Давида, крепость, которая построена на месте крепости Ирода, где мы сейчас находимся. Храм гроба Господня, мечеть Алякса, то бишь купола скалы, западная стена храма. Иерусалим византийского периода. Мечеть Алякса разрушена или еще не построена. Две длинные улицы центральные. Явские ворота. Храм Христа с гробницей Христа. А вот как бы выглядел Иерусалим, если снести все постройки. Масличная гора, долина Кедрона, Голгофа. А это мечеть скалы здесь стоит. А нет, вот Голгофа. Совсем маленький холмик. Или даже вот. Как мне сказали, Голгофа – это такая горка высотой до второго этажа максимум. А вот Иерусалим периода Христа. Вот когда говорят, почему храм гробницы Христа находится в центре города. Просто дело в том, что тогда он находился за городскими стенами. Вот городские стены, а вот Голгофа. А вот отсюда зрители наблюдают вечернее светомузыкальное шоу. Потому что круглая земля, ла-ла-ла-ла.
потому что круглая земля.